Музыкант и наш коллега, ведущий программы Гудракс Вальтерс Фриденбергс, на этой неделе вернется в Берлин, чтобы пройти заключительный курс лечения от рака. Время между химиотерапиями он использует, чтобы работать. Все программы этого сезона уже сняты, а летом Вальтерсу предстоят концерты с группами Тумса и Путнубала, а также постановки, посвященные столетию Латвии. Я себя чувствую несравнимо лучше, чем в конце прошлого года. Сил не так много. Физической работой заниматься не могу. Но есть энергия. Хочется проводить время вне дивана и не с пультом и телевизором. Хочется выйти и что-то сделать. Ощущение действительно хорошее. И это тоже о многом говорит, что что-то там внутри начинает прощаться с чем-то. Сегодня мы в средней школе Пумпры, где учатся финалисты программы «Гудерсвелл Гудракс». После съемок визитных клипов школьников завтра Вальтерс отправится в Германию. Заключительный курс лечения займет несколько недель. Вальтерс надеется вернуться в Латвию в начале лета. В конце мая я надеюсь услышать «Поезжай домой, не хотим тебя больше видеть». В планах помузицировать и с друзьями, и с группами Тумса и Путнубала. И, конечно, столетие. Будут концерты и выступления. Я полон решимости все это осуществить. Каспар, даудз, лаймес, зимшенс дена. А на телевизионный экран Вальтерс вернется на этой неделе и в эфире поздравит с днем рождения своего друга и соведущего Каспарса Озолинша. Очередной выпуск интеллектуального шоу для школьников «Гудерсвелл Гудракс» в эту пятницу в 19:05 на ЛТВ-1.